В госадминистрации Каменского района прошла встреча работников Государственной службы транспорта и дорожного хозяйства с руководителями предприятий, выполняющих внутренние и международные пассажироперевозки. Частые срывы рейсов, нарушение графиков движения транспорта и в городе, и за его пределами. С этими проблемами ежедневно сталкиваются жители самого северного района республики. В часы пик, говорят каменчане, маршрутные такси переполнены, и добраться до места назначения часто практически невозможно. Человек ждет от нас создания нормальных, комфортных условий, что касается и по перевозке, что касается и техники безопасности, и других моментов. Сегодня вы должны выработать такую нормальную схему работы, чтобы наши люди не страдали. По данному вопросу решили провести встречу и выработать общее решение, которое устраивало бы всех. Но в первую очередь мы говорим о том, что оно должно устраивать людей, которые пользуются транспортными средствами. Что же касается самих транспортных средств, точнее их технического состояния, автопарк, мягко говоря, устарел и морально, и технически. Сегодня на данном совещании предложено до 1 октября перевозчикам совместно еще раз обсудить эту ситуацию и найти взаимоприемлемое решение и подписать протокол о выходе из данной ситуации, о своих предложениях по внесению корректировки в маршрутную сеть. В работу по выработке эффективного решения проблемы планируется привлечь руководство района, местные администрации, депутатов и общественность.